Привет, друзья, я немножко такой подпитый. Друзья, мы идем выбирать ингредиенты. Дружище, привет. Где сухарики здесь, не подскажешь, а? Я сейчас у магазина «Пятерочка». Мы будем делать с вами очень вкусный салат. А майонез? Майонез можно. Нет. Поэтому, как бы, не обращаем внимания на мое подпитое состояние, я сегодня отдыхаю, сегодня выходной. Девушка, а сколько такой сыр стоит вообще? Там написано же. А я не вижу ценника. А рецепт я узнал от своей бывшей девушки, подруги. Вообще-то это вообще-то некрасиво. Снимать как-то? Конечно. Это же благое дело. Вот такая красивая девушка работает. Рецепт этот мне достался от одной девушки. Кстати, Наташа, привет, спасибо тебе за рецепт. Может, привет кому передадите, нет? Спасибо. Как прожить в общаге на 100 рублей? Он будет всем по карману, рублей, по-моему, на 100. Получается целая миска пупенного салата. Видите, какой салат получился. Да, соли не надо. Сейчас мы с вами будем его готовить, закупим продукты. Друзья, вот я пробиваю мне товар. Как-то нашли его? Да. Просто мне хотелось бы с вами поделиться рецептом этого классного салата. Салат я, наверное, назову общажный, поскольку я нахожусь в общежитии. Возьмем вот эти вот вареные колбаски. Ветчины я не нашел, более-менее дешевый. Вся от 100 рублей выше. Состав довольно-таки скудный и недорогой, но очень вкусный. Попробуйте его обязательно. Всем советую именно эту «Пятерочку», потому что здесь все на высшем уровне. А как зовут? Сардор. Сардор? У меня, кстати, друг есть Сардор. На ютубе будет видео. Кому передадите привет, Сардор? Маме, папе, сестре, брату. Вот храпит сосед. Крепко спит. А? В смысле? А, ругается? Таких блогеров, да? Привет, друзья! Привет, друзья! Я немножко такой подпитый, пьяненький. Я сейчас у магазина «Пятерочка». Мы будем делать с вами очень вкусный салат. Рецепт я узнал от своей бывшей девушки, подруги. Думаю, он будет всем по карману. Рублей, по-моему, на 100. Получается целая миска пупенного салата. Вот. Сейчас мы с вами будем его готовить, закупим продукты, поэтому, как бы, не обращаем внимания на мое подпитое состояние. Я сегодня отдыхаю, сегодня выходной, и вам желаю таких же хороших выходных. Вот. Просто мне хотелось бы с вами поделиться рецептом этого классного салата. Вот он, «Пятерочка», думаю, видно всем. Магазин «Пятерочка», короче. Пойдемте в магазин и будем выбирать ингредиенты к салату, из чего мы все-таки будем его делать. Скажу сразу, состав довольно-таки скудный и недорогой, но очень вкусный. Попробуйте его обязательно. Вот. Я думаю, он вам обязательно понравится. Пойдемте. Друзья, мы идем выбирать ингредиенты. У меня немножко язык подвязывается, я сегодня отдыхаю, поэтому прошу прощения. Так, нам надо посмотреть сыр. Вот он, этот сыр. Все видят, да? Красная цена. Но очень классно на самом деле. Снимаем обзор. Может, привет кому передадите, нет? Спасибо. Как прожить в общаге на 100 рублей? Да. Салатик. Вот.
Вот такой салатик будет сегодня у нас, друзья, за 100 рублей. Вот такой вот берем сыр. Красная цена, колбасный. Так. Давайте у девушки спросим, у красивой, сколько он стоит. Девушка, а сколько такой сыр стоит вообще? Там написано же. А я не вижу ценника. 35, по-моему, да? Да. 35. Друзья, давайте посмотрим. Сыр колбасный. А, вот он. 28 рублей. Всем видно, да? 28 рублей. Даже дешевле, чем я брал. Брал Митина за 35, а здесь 28. Такой вот сыр колбасный. Он, нам салат потребуется. Так. Так, друзья, нам еще надо взять остальные ингредиенты для салата. Немножко бухой. Речь немножко нечеткая. Язык немножко так вот обмяк. Дружище, привет. Где сухарики здесь? Не подскажешь, а? Я для Ютуба снимаю. Может, ты родным привет передашь, да? Ну ладно. Так. Друзья, нам надо сухарики взять для салата. Так, пойдемте сухарики искать. Девушка, где у вас сухарики? Ну, к пиву там, я не знаю. Где пиво? А где пиво? Так, где пиво? Ютуб, привет. Самый крайний ряд, вот левее, левее, левее. Сухарики для пива, да? А есть чесноком? Я не знаю. Может, привет передадите кому-нибудь? Нет, я кому передавать, я не знаю. Вообще-то некрасиво. Снимать вот так вот? Конечно. Это же благое дело. Вот такая красивая девушка работает. А вы меня снимаете. Я вот тоже в охране работаю, правда, не здесь. Я на телевидении не работаю, поэтому от меня хобби такое. Я устроилась. Так, и значит, куда мне нужно пройти? А вы меня то есть прослушали еще? А? То есть вы меня еще прослушали? Я вам объясняла? Слева. Да я залюбовался на вас, как бы. Налево, вот прям слева, слева, слева. Спасибо. Так, друзья, видите, какие у нас продавщицы красивые работают. Я залюбовался и прослушал, куда надо идти. Ну, мы сейчас найдем с вами, куда идти надо. Друзья, ну вот сухарики мы с вами нашли. Вот такие вот чипсы. Очень много. Ассортимент. Это Пятерочка, еще раз повторюсь, Пятерочка. Вот. А нам нужны самые дешевые сухарики для салата. Так. Сухарики, 3 корочки, 12 рублей. Дороговато будет. Ой, тут еще дороже даже есть. Сухарики 14 рублей. Давайте, наверное, мы с вами все-таки 3 корочки возьмем за 12. Так, нам нужна пачка холодец с хреном. Вот такие вот сухарики для этого салата. А хотя нет, лучше с чесноком. А с чесноком я не вижу. Так. Давайте здесь посмотрим. Томаты.
Так, даже прикиньте, друзья, вот Хайнц, с кетчупом Хайнц сухарики. Таких ни разу не видел, кстати, три корочки. Что-то новое. А нам надо с чесноком. Пойдемте мучить продавцов, чтобы нам помогли. Так. Девушка, а вы не скажете, есть чесноком сухарики? Подскажите, пожалуйста, покажите. Честно говоря, с чесноком сухарики. Да. Пойдемте за женщиной, она вам подскажет, где можно найти сухарики с чесноком. Что-то я ищу и не могу найти. Да, сухарики такие к пиву, знаете, сухарики. А, к пиву. Да. Ну, как вы сразу и сказали. С чесноком. Вот мне надо на салат. Я в общежитии проживаю. Мне надо вот салат такой, эконом-класса салат, как не знаю назвать. Как выжить на 100 рублей в общаге. У нас здесь сухарики, пиво. Где само пиво? Угу. Так, вот. А есть с чесноком у вас сухарики? Потому что я смотрю, там с хреном. А, здесь нету, да? У-у. Нету, да? Может, привет кому передадите? Кому надо передать? Родственникам кому? Спасибо. Родным, близким. Мои все здесь родственники. Спасибо. Все родные? Да. Спасибо вам большое. Не за что. Вот здесь я буду. Спасибо. Ну, просто я знаю, что у вас чесноком бывает. Мне просто надо для салата. Вот, а я... Да я... Спасибо. Так, друзья, давайте тогда вот эти сухарики возьмем. Это у нас холодец с хреном. Я думаю, они остренькие такие. Прикольные. Пачки возьмем, пачки нам хватит. А стоят они... 12,99. Ну, короче, 13 рублей они стоят. А? В смысле? А, ругается? Угу. Сейчас что-нибудь еще возьму. Так, это скажи мне, чеснок есть и майонез. Чеснок? А майонез? Майонез можно. Где? Вот майонез. Вот он. Угу. Так, друзья, давайте майонез возьмем. Ну, знаешь, я тебе скажу, снимать это не, я законы знаю, это не запрещено. Но ты по-любому позвони. Так, друзья, давайте возьмем майонез. 9 рублей, красная цена. Такой вот майонез. Нам хватит, в принципе, пачки здесь. Сколько грамм-то? 150 миллилитров написано. Так вот, майонез нам дороже не нужен, в принципе. Давайте его возьмем. Так, друзья, нам осталось взять чеснок и ветчины, наверное, по вкусу. Не знаю. Ну, обычно он делается без ветчины. Но я добавил ветчины. И довольно прикольно получилось. Пойдемте смотреть ветчину. Так. Друзья, вот смотрим. Такие вот цены. А,
нам надо что-то подешевле. Все-таки у нас эконом вариант салата. И нам надо уложить 100 рублей. Я вот я нашел более-менее такой вариант. Что такое у нас? Это у нас колбаса красная, цена 350 грамм, классическая, вареная, 32 рубля. Я думаю, в принципе, она подойдет. У нас же эконом-вариант салата, общажного такого салата для общаги. Вот такая вот, когда денег нету, а жрать охота, кушать. И надо сэкономить, и в то же время, чтобы вкусно было. Возьмем вот это вот вареные колбаски. Ветчины я не нашел, более-менее дешевый. Вся от 100 рублей выше. А у нас салат, по идее, должен 100 рублей войти. В конце ролика мы посчитаем, сколько нам все это обошлось. Друзья, вот я нашел чеснок. Давайте посмотрим на цены. Это капуста, капуста. Вон он, чеснок. Чеснок фасованный. Наверное, мы его все-таки фасованный возьмем, он более дешевый. Вот возьмем 3 штучки. Рублей на 10, на 12, думаю, выйдет. В принципе, это вполне нормально. Потом мы посчитаем, все-таки сколько нам этот салат обойдется по деньгам. Друзья, нам еще нужно купить фасоль. Вот мы подходим ко всяким соленьям, баночкам. Смотрим, выбираем. Очень такой немаленький выбор. Давайте, наверное, посмотрим эконом-вариант. Вот я вижу, красная цена. Так, фасоль красная 22 рубля. И фасоль белая 25 рублей. Но я брал красную фасоль, вернее, девушка, которая дала мне этот рецепт. Поэтому возьмем фасоль красную. Вы можете по вкусу также белую взять. Но я возьму красную фасоль. Вы можете попробовать приготовить с белой фасолью. Я буду делать с такой. Срок годности вроде бы 3.12.2019. Да, ну 3.12. В принципе, времени еще навалом, чтобы приготовить этот салат. Есть как минимум год, полтора. Но мы его будем делать сегодня. Как бы так вот. Друзья, пойдемте на кассу пробивать то, что мы с вами взяли. Может, привет кому-то передать? Вас как зовут? Сардор. Сардор? У меня, кстати, друг есть Сардор. На ютубе будет видео. Кому передадите привет, Сардор? Маме, папе, сестре, брату. Не, ну серьезно. А вас как? Как вас зовут? Хотите кому-то привет передать? Нет, нет. Ну хорошо. Ребята скромные оказались. Ну ладно. Скромность украшает людей. Так, мы на кассе стоим. Сейчас будем пробивать. Так вот, майонез выкладываем. Чеснок. Сухарики пачку, потом колбаса, сыр. Все, люблю пятерочку. Нам пакет не нужен, но пятерочку вашу я люблю, потому что здесь цены хорошие и можно нормально купить. Друзья, вот я пробиваю мне товар. Да. Так. Сейчас, секундочку. Найду. Кошелек. Так, буквально секунду. Очень доброжелательный персонал. Очень добрые продавцы, кассиры. Советую именно эту пятерочку вам. Вот я по карте сейчас пробиваю товар.
очень классный магазин. Не прогоняют, не ругаются, не бьют. Вот, а с улыбкой. Спасибо вам большое. А? Таких блогеров, да? Всем советую именно эту пятерочку, потому что здесь все на высшем уровне. Так что так. Да что ты боишься? Ты уже на Ютубе, все, ты уже звезда. Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем делать салат. Я нахожусь в общежитии в данный момент. У меня сегодня выходной, вон сосед храпит. Я не буду его будить, поэтому видео будет сопровождаться храпом. Думаю, это не испортит сам видос, атмосферу видео. Наоборот, придаст какую-то необычную изюминку. Поэтому как бы начнем, приступим. Салат я, наверное, назову общажный, поскольку я нахожусь в общежитии. Рецепт этот мне достался от одной девушки. Кстати, Наташа, привет, спасибо тебе за рецепт. Рецепт рассчитан на тех, у кого нет денег. Вернее, приблизительно 100 рублей в кармане. Хочется чего-то особенного, чего-то вкусненького, сытного, калорийного. Но на 100 рублей, как известно, мало чего можно купить такого сытного и калорийного. А пару булочек, может быть, и можно взять. Поэтому, друзья, давайте приступим к готовке этого чудо-салата. Сейчас я вам покажу ингредиенты, которые я буду использовать. Вот такая вот колбаса классическая. Красная цена, видите, все ценники я вам показывал. Майонез тоже красная цена. Сегодня мы будем большинство продуктов готовить марки «Красная цена». Вот такая вот сырок немножко подпачкался. Вот такой вот колбасный сыр, тоже красная цена. Все у нас красная цена сегодня. Ну, чеснок только что не красная цена. И сухарики я другие не нашел. Вот, хотел с чесноком, чесноком не было, поэтому взял три корочки, холодец с хреном. Но они, в принципе, тоже остренькие. Вот я буду использовать чеснок за место тех сухариков. То есть, как бы, салат он сам по себе с чесноком готовится, поэтому придает пикантный вкус этому салату чеснок. Поэтому у нас на замену сухариков с чесноком будет чеснок. Это даже, наверное, попустнее. Это дело, кстати, мне очень понравилось. Вот. Ну и сухарики, естественно. Без сухариков этот салат не готовится. Друзья, что нам еще понадобится? Нам понадобится такая вот доска. Она чистая, вымытая. Просто это уже что-то присохло и отмывается потом. Ножик, вилка, тарелка. Контейнер я тоже использую, потому что ингредиентов много и хочется, чтобы все уместилось. Теперь мы не будем использовать, хотя тоже можно. Терка нужна вот такая вот, крупная терка, именно крупная, не мелкая, как вы видите, а именно крупная терка. Друзья, ну что, приступим к готовке этого чудо-салата за 100 рублей. В конце мы посчитаем, сколько он нам обошелся, ну где-то приблизительно плюс-минус в районе 100 рублей, там с копейками. Друзья, нам надо нарезать сыр на терке. Сначала его разрежем пополам. В принципе, ой-ой-ой, видите, какой криворукий. Руки из одного места растут. Такого куска нам будет достаточно. Мы его на терке пропустим. Так, вот берем терку крупную и натираем. Можно, в принципе, сразу в тарелке натирать, но я на доске. Так, берем его, натираем. Если вам понравится данный рецепт, пишите в комментариях, что бы вы еще добавили в этот салат или убрали. Натираем, натираем сыр. Думаю, всем видно, как я его натираю. Как стираем носки, приблизительно так же трем. Юмор такой вот у меня, видите. Не очень. Тему, наверное, но все-таки. Так, посыпаем тарелку. Так вот всыпаем, думаю, видно вам. Я готовлю в комнате, в общежитии. Не хочу, чтобы меня полили, что я снимаю.
начнутся вопросы, типа ты блогер. Да, это так. Берем, вытираем кусок сыра. Так вот, трем. Он мимо падает, но ничего страшного, кусочек, он крошится, поскольку он плавленый сыр, колбасный, даже пахнет дымком такой, копченый. Очень вкусный сыр, кстати, несмотря на то, что он стоит 30 небольшим рублей. Дорого не значит вкусно, поэтому можно купить и дешевле, и, вернее, не за дорого, и вкусно. Так, берем, пересыпаем емкость, тарелку, сыр. Видите, сколько получилось? Очень много. Боюсь, не уместится даже все, что я хотел уместить. Кстати, чуть не забыл. Берем вот такую банку фасоли, тоже красная цена. Я взял красную, уже говорил в начале видео, что может взять и белую, она подороже будет. Вот. Но я люблю с красной фасоли. Будем открывать банку. Открываем ее ножом. Открывашки у меня, к сожалению, нет. Пробуем ножом открывать. Кое-как открываем, так в походе, знаете, все ножом. Главное не порезаться, не отрезать себе пальцы. Можно и без пальцев остаться. Но мы будем аккуратно это делать, аккуратно вскрывать банку. Кто-то, наверное, в комментариях напишет, что я не умею открывать, я просто давно ножом не открывал такие вещи, поэтому нет, не с особым, нет, скажем так, с каким-то трудом дается. Так, видите, да, жидкость, сок, фасоль, мы сливаем этот сок в стакан. Он нам не пригодится. Фасоль оставляем, а соль, ой, а сок сливаем. Соль, кстати, нам тоже здесь не нужна, хотя по вкусу, но я соль не кладу, пусть сыр и так копченый, колбасный, соленоватый. Так, сок мы слили. Теперь берем контейнер, высыпаем сюда сыр. Вот так вот, да, аккуратненько. Хотя я тут как свинтус, вот сейчас все уберу, посменячил немного. Фасоль. Вот у нас фасоль. Так вот подъем, она присохла. И хочет она подвигаться. Так вот вилочкой поможем ей. Фасоль свежая. Я думал, какой-то запах неприятный, но нет. Хотя за такие деньги тоже может что угодно попасться. Я беру крупу уже не первый раз, поэтому в качестве я уверен. Так, перемешиваем все аккуратненько. Все перемешиваем. Сыр, фасоль. Плавленый сыр колбасный, если вы забыли, и фасоль красная, маринованная. Или как ее назвать, не знаю. Вот такая вот консистенция получается. Так, теперь берем колбасу, не батон колбасы, разрезаем тоже пополам. Так, тоже отделяем этикетку. И также на большой перочке пропускаем. Также пропускаем на большой перочке колбаску.
ну, обычно салат без колбасы готовится, но я решил проэкспериментировать и добавить колбасы. Вернее, девушка, с которой я общался, у которой украл рецепт, она готовила без колбасы, например, я сделал с колбасой. В тот момент у меня ветчина была, мы с ней покупали, ей очень понравилось. Она сказала, что салат более какой-то насыщенный, богатый стал, более похожий на салат. Так вот натираем на крупной терочке и все сюда. Перемешиваем. Только нам понадобится, но чуть позже. Теперь берем майонез и надрезаем и вливаем содержимое. Но я обычно всю пачку вливаю. Вы можете делать по вкусу. Я на такую порцию вливаю всю пачку. Получается более такой жирноватый. Можно даже на хлеб мазать этот салат, использовать как паштет. Закуску пивасу, под пивко можно с водочкой. Так вот мы с вами перемешиваем. Давайте я вам покажу на камеру, как я это делаю. Так вот все перемешиваю. Извиняюсь, если что-то падает на пол, я потом подмету, потом. Так. Так вот перемешиваем, даже маловато майонеза, мне кажется, можно было бы побольше добавить. Так вот перемешиваем. Друзья, теперь берем чеснок, такой вот чеснок, берем доску. Слышите, да, этот храп? Спит сосед. Он в суток пришел, поэтому сейчас он отдыхает. Так, чистим чеснок. Извиняюсь за срач на столе. Я повторюсь, все это уберу. Так, срезаем попки у чеснока. И также, ну, я уберу 4 головки. Даже, наверное, возьму 5. Такую порцию салата и уже на мелкой терочке вот он такой, вот такой вот, это у нас крупное, чтобы всем видно было, а вот это вот более мелкое. Натираем чеснок, давайте так, чтобы вам видно было. Ногти я еще не подстриг, поэтому салат будет без ногтей. Ну, кому, в принципе, как нравится. В прошлый раз у меня был с ногтями. В этот раз все более цивильно. Друзья, мы натерли чеснок. Теперь его высыпаем в салат, чтобы кукам прилипали. Перемешиваем нашу консистенцию в емкости. Как пахнет, очень вкусно пахнет. Хотя я сытый, я сегодня поел, но если бы я не ел, я, наверное, вообще пускал бы слюни. И вот так вот перемешиваем. Солить я не буду, вы можете посолить, если вам он покажется не соленым, или сахара даже насыпать. Кому, у кого какой вкус, по вкусу, как говорится. Соль, сахар по вкусу. Перемешиваем. Так, теперь берем наши сухарики. Друзья, теперь берем наши сухарики. Открываем их. И высыпаем содержимое пакета в емкость. Так их высыпаем. В принципе, их можно было покрошить, но я решил сделать так и перемешиваю.
Друзья, пока сухарики твердые, салат как только настоится, они пропитаются, примут в себя сок и станут мягкие. В принципе, кто-то может любит хрустеть, поэтому можно салат свежим есть, можно его поставить в холодильник на полчаса или минут на 50, на час, на полтора. Слушайте, как храпит мой сосед. Да, можно поставить на час. В принципе, я майонеза побольше положу. Но можете поэкспериментировать, добавить побольше майонеза. Друзья, в принципе, все. Вот мы добавили сыр, половина сыра, половина палки. Потом половина палки колбасы, чуть побольше даже. Пачку майонеза, 150 миллилитров, красная цена, кстати, за 9 рублей. Потом сухариков, пачку, три корочки, других не было дешевле, там даже дороже были. Ну и по вкусу чеснока. Вот, в принципе, салат готов, видите, какой салат получился. Да, соли не надо. Сухарики дали остроту, поскольку они были чесноком и хреном. Но плюс здесь еще чеснок так, то есть хватом хреном, плюс здесь так чеснок, майонез, ветчина, сыр, фасоль, очень калорийный, очень сытный. В конце ролика мы с вами посчитаем, сколько это все вышло по деньгам. Всем спасибо за внимание. Вот храпит сосед. Крепко спит.